Добрый день, уважаемые зрители канала Венгермарт. Сегодня я вам расскажу о двух новинках, которые недавно появились в нашем магазине. Это рюкзак ScanSmart 3. Он теперь присутствует и в черно-красном цвете, не только в сером. Тут такой же есть еще и в синей расцветке. Чуть позже я его покажу. И ScanSmart 4. ScanSmart 4 – это рестайлинг, если так можно сказать, модели ScanSmart 2. То есть изменен дизайн, а функциональная начинка рюкзака осталась прежней. Ну, давайте рассмотрим рюкзаки поближе. Начнем, наверное, с боковых карманов. На ScanSmart 3 карман, есть сетчатый карман и есть ремень на защелке. Для чего это сделано? То есть, если у вас есть какой-то высокий предмет, например, зонт или штатив, вы вставляете его в карман, затягиваете ремень и затягиваете вот эту маленькую резинку. То есть, на ScanSmart 4 это карман сетчатый. То есть, сюда можно тоже поставить зонт. Зонт тут не особо болтается. Ну а штатив он выше. И, естественно, при ходьбе он будет раскачиваться, потому что нет вот такого фиксирующего ремня. Карманы одинаковые с обеих сторон рюкзака. То есть, вот вы видите. Вот. Теперь я вам расскажу о спинках. То есть, на ScanSmart 3, как мы уже ранее вам показывали, система Airflow дополнена еще так, что на липучке можно ее вот так вот отделить и повесить рюкзак на ручке чемодана, когда вы, например, ждете регистрации, очень это удобно. На ScanSmart 4 тоже добавлена одна деталь, это вот такой ремень, он не менее функционален, то есть надеваете на ручки и можно совершенно спокойно катить чемодан. Чем различаются спинки? Вот у нас есть на тесте чемодан Венгер. Берем ScanSmart 3, здесь липучка, крепляем, навешиваем рюкзак на ручке, и вот можно перемещаться очень удобно, перемещать вместе чемодан и рюкзак. Ну а теперь ScanSmart 4. Вот, здесь нет никаких липучек, здесь просто ремешок, надели на ручки и можно катать чемодан куда вам угодно. Так что системы разные, но по функциональности, я думаю, что они очень похожи. И это очень удобно. На ScanSmart 3 есть специальное отделение для очков. То есть, вот здесь внутри флис. То есть, если у вас очки уже без футляра, можете их туда положить. Вот. Объемный карман. Застегнуть, и ваши очки будут защищены. Также можно положить и в футляре. А в ScanSmart 4 есть внешнее отделение. Здесь под мобильный телефон, ручки. Вот, можно положить очки в футляре и сюда. Теперь давайте посмотрим, как устроено отделение для ноутбуков. То есть у ScanSmart 3 это отделение выглядит следующим образом. То есть молния, она открывает карман вот так наполовину. Здесь есть специальная жесткая вставка, которая на липучке. Здесь закрепляем молнию, закрываем. Вот это называется у Венгер система Speed Up Security Checkpoint процесс. И посмотрим, как это сделано на ScanSmart 4. На ScanSmart 4 молнии расстегиваются на половину рюкзака, вот на верхнюю половину. То есть мы открыли, положили и закрыли. Оба рюкзака снабжены системой защиты ноутбуков. То есть ScanSmart
4. Это задняя стенка, передние, боковые уплотнители и дно рюкзака. У Скансмарта 3 система более на ощупь, более плотная. То есть вот здесь же еще есть у нас дополнительная вот такая вот часть системы Airflow, очень широкая. Она защищает сзади ноутбук более надежно. Сбоку есть специальная жесткая вставка. Главная отличительная черта линейки рюкзаков серии ScanSmart — это то, что они раскладываются еще на 180 градусов. То есть вот ScanSmart 3, вот ScanSmart 4. В ScanSmart 3 здесь отделение для аксессуаров, куда мы положим зарядки, провода. А в ScanSmart 4 здесь отделение под планшет. Такое же отделение есть в ScanSmart 2. В ScanSmart 3 для планшета отделение находится внутри такого кармана. Карман на липучке. Закладываем планшет, вытрываем. Ну, здесь же нужно положить какие-то мягкие вещи. Вот. Или убрать планшет, если он вам нужен часто. Карман для аксессуаров. Расстегиваем, то есть здесь места под телефон различных размеров, я думаю, все современные модели, включая 5-дюймовые, сюда совершенно спокойно поместится. Можно положить планшет сюда. Как я вам обещал, сейчас вам покажу рюкзак ScanSmart 3 в темно-синем варианте исполнения. Чем они отличаются? Рюкзаки по деталям и функциональности, естественно, совершенно одинаковые. Что синий, черный с красным или серый с черным. Но если в ScanSmart 3 черный с красным и серый с черным подкладка вот такого цвета, то в синем эта подкладка, вот, как вы видите, темно-серая. Тоже вкусовщина, но зато теперь есть у вас выбор. Спасибо за внимание. Хороших вам путешествий.